сказать, редактор. Сегодня я продолжаю проходить эту миссию. Миссию про концовку игры. Значит, здесь перезапускаем. Так. И в прошлом видео мы закончили на том, что меня просто завалил босс. Ну, VIP-босс, то есть. Так. Буду прикрывать! Пистолет. А у него кроме пистолета ни хера не было. Чё? Чё за херня? Ну, хоть пистолет есть. И то ладно. Прекрасно, троих звать. Откуда ты взялся? Так. Надо, главное, не стоять на одном месте. И походить нормально. Так. Ну, в доме нас точно не взорвут, это я знаю. Так. Значит, побежали? Уже сразу побежали мы. Сюда забегаем. Тут опять же ничего нету. Я уже смотрел. Так, уже дальше. Главное не стоять на месте, надо продвигаться. Тут будет долгое видео и будет неинтересно. Так, мы здесь. Дальше. Побежали дальше. Хоть меня сейчас могут завалить, но да ладно. Тихо, 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 тихо. Все, по-моему, завалил. Главное не останавливаться на том, что мы делаем. Так, не останавливаться, не останавливаться. Так, идем сразу на тот этот. Я сюда уже добрался. Так. Обходим ее. Гранат у меня никаких нет, сейчас ничего нет вообще. Вообще пустой. Так, мы добрались до этой фигни. Там нас взрывают, что-то делают. Надо было бы миномет сломать. Но. На это, наверное, нет времени. Так что давайте завалим сначала боссов. Всех. Тихо так, ой. Все, всех завалил. Патронов мало. И прям по мне будет убить. Понятно. Тихо, 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 тихо. Тихо, пока что никаких ангелов я не вижу. Похеру на них. Похеру, я иду дальше. Не останавливаемся, на этом не останавливаемся. Там ангелы где-то сидят, ну ладно. Не останавливаемся. А, тут даже этих боссов нету. Понятно. Тут их тупо нету еще. Видимо, они еще не спустились. И по мне прям будет сейчас стрелять, понятно. Ясно. Ладно, давайте доберемся пока до миномета. Кстати, дробовик хорошая вещь. Пошлите. Убираем лут.
Тихо. Все спокойно. Тихо. Тихо. Так, меня завалили, сэр. Нет, видимо, так не пройти. Давайте еще раз. Боеприпасы есть. Чем битый? Так. Тогда будем так же, как мы стояли раньше, потому что там слишком их потом они бегут, почему на нас. Уроды. Тихо. А, ну, в принципе, чё я туплю? Патроны-то есть всегда. Я и буду их набирать, чё? Оружие-то есть всегда. Тихо. Вот так вот спокойно ходить. А чё, патрон больше нет? Да ладно. Подождем. Тихо.
Так, можно до сюда. Здесь пока что все тихо. Следующая позиция. Следующая позиция — это вот это. Я вообще, по идее, зачем я это делаю? Все, вот так вот спокойно ходить, убивать. Так. Сколько у нас там осталось-то? Или, блин, дофига еще. Мне надо добраться до следующей позиции. Так. Здесь все. Там врагов нету, по-моему. Тихо, тихо, тихо. Че, вообще на нуле, что ли? Да нет, есть какие-то. А, нет. Вообще, пиздец. Придется вот так вот ходить, валить их. Они пистолеты какие-то. Что, можно добраться до лута примерно? Так, здесь что? Здесь мы обратно идем. Так. Здесь ничего не было. Тут просто как укрытие. Тихо. Все нормально. Побегли. Нафиг. Так. Кажется, все тихо. Я не врагов тут вообще. Нет, походу. Сдаю. Надо минометчик убить как-то. Перезаряжаемся, поесть. Бежали тогда туда. Забыл, здесь что-то было, нет? А, это тот дом. Ясно. Тогда обратно. Черт! Сейчас мы его убьем. Давай, давай, давай. Где хана? На. Троны есть. Бежим сюда. Там дом, тот дом вообще далеко почему-то. Слишком далеко. Так. Здесь эти фигни. Так. Бегаю. Блин, я мочу отовсюду. Тихо, 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 тихо. Так. Тут никаких этих нету. Обратно? Обратно. А чёрт, меня сейчас будет валить просто жестко. Так. Зарядник есть один. Так. Так. И перебираемся на другую позицию. Здесь пробегаем. Не взрываем. Вот. Патроны есть. Пока что все отлично. Перебегаем на следующую позицию. Так. 30 всего я убил, блин. Мало. Мало. Тут нифига нету. Нет, тут нифига нет вообще. Он по мне прям палит, я не знаю. Как он меня понимает, ну ладно. Там вообще жопа сейчас будет. Там сейчас очень жестко сейчас, короче. Так. Там лут пока сломан. Не успеем добежать тогда. До этой фигни. Да, вот как-нибудь допрыгнуть. Остальное не важно. Я принесу твою голову Иосифу. Так. Аптечка. Покажем им.
все прекрасно пока что. Смерть грешникам! Так. Так. Были эти? Так, тихо. Здесь меня никто не убьет, потому что у меня турели есть. Давай, только выйди. Блин, опять по нам. А как он стреляет, алло? Я же в этом здании нахожусь. Он же прямо здесь получается, вообще, здесь, рядом. Тридцать пять. Блин. Я не знаю. Куда я полез? Куда я полез? Я не знаю. Так. Тихо. Все, готов. Что такое, блин? Да что ж такое? Куда они все лезут? Так, гранатки пока что у меня есть. Нате вам, гады. У меня лута хватает. Я перевозил, ладно. Ну хотя бы вот лут возьму. Ладно. Вообще, блин, завалили меня уже. Тихо, 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 все нормально. Опять, короче, там какой-то урод сел. Который лупит по этому зданию именно. Где сидит, там и лупит. Так и есть. Блин. Ай-яй-яй. Это было жестко очень. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Там никого нету. Заходим в дом. Аптечка. Опять? Как там он уже? Через мета прошел. Надо идти сюда. Свалим этих уродов. Сейчас. Так. Все, пошлите. По-моему, это все, я не знаю. Может и нет.
тупорылый пистолет, который не вовремя полез. Тихо, 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 тихо. Как они уже в здании попали, я не знаю. Как они попали-то? Бежим, 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 бежим. Давай, урод. Поиграем. На тебя зомбак. Все, пошли уже ангелы. Бля, пипец. Тихо, осторожно. Патронов на всех хватит. Ну давай, сюда. Все. На. На тебе, урод. Сгорите, уроды. Горите, тварь. Я уже сам горю. По-моему, это все, я не знаю. Чё, кто-то еще есть? Давайте. Кто? Кто дальше? Да ладно. Автоматчик. Еще один. Чё ты сидишь? Еще эти парни. Так. По-моему, это все. Я если честно, не знаю. Ну, наверное, все, я не знаю. По-моему, здесь вообще никого больше нету. Лута у меня достаточно. Так, там. Вон, блин, да ладно! Ну, убирайте, что. Как он до туда уже добрался? Давай, только пальми. Только пальми меня, урод. Эх, она. Давай, есть. Все. Не, все-таки там какие-то уроды бегают. По карте еще. Надеюсь, это все. И здесь больше их нет. Так, надо тогда взять аптечек еще. Так, еще один ангел. И там еще будет один ангел. Но мы сначала за аптечком пойдем. У меня получается сколько аптечек? Все, их достаточно, мне пока что аптечки не нужны. Ну ладно. Пошлите. Блин. Там в меня какой-то урод начал стрелять. Тихо, 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 тихо. Все, я его завалил. Какие-то уроды там стоят. Вспомненно появился. Да я тебя убил уже, давай. Завались ты там уже. Тихо, там еще один был, по-моему. Лут. По-моему, это все. Этих я всех убил. Я не знаю. Но я всегда могу вернуться. Там зачем один сидит еще, потому что я одного еще не убил. Мы как раз его сейчас и завалим. Все. Автик, не теряй. Все. По-моему, это все. Все охранники, которые здесь были. Так, здесь. Слушай, все понятно? Так, ладно. И пошлите сюда.
Так. Идем, 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 идем. Самое все, самое такое сложное уже все. Самое сложное только будет сейчас, наверное. Самое такое сложное, что от чего будет вообще сложно очень. Так. Идем, 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 идем. Хоп. Так, 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 так. Забираемся, так. Пока что все норм. Так, 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 так. Так. Тихо, 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 тихо. Так. Это, по-моему, надо здесь. Это надо раскачаться, по-моему. И вот, так вот сделать. Нет, не так, не так, не так. Так, тихо. Насколько я помню, сюда вот надо. Давайте. Опускаемся. Кошка. Не, ну, это вообще-то просто, но вообще для кого-то, может, это будет сложно. Потому что в любой момент можно просто упасть. Так. Так, тихо. Кошка. Тихо, 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 тихо. Так. Еще одна кошка. Получается, еще одна кошка. Еще одна кошка. Давай, 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 давай. Так. Тихо. Так. Твою мать. Черт, 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 черт. Дальше поехали. Это, по-моему, последний, нет? Кто помнит? А, не, не все. Это еще не все. Это только начало, я добрался до этого. Так. Так, блин, да как залезть-то здесь? Так, нет, 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 нет. Я сейчас просто свалюсь отсюда и все. Так. Здесь, по-моему, был какой-то уступ или что? Так, все. Я добрался до сюда, подождите. Так, ладно. Я добрался до конца почти что. Сейчас будут боссы. Я тактику сейчас еще до конца не продумал. Так, у нас здесь есть такая фигня, на которую мы спустимся вниз потом. Так, все, давайте. Так, окей. В общем, прикол в том, что мы сейчас берем, залазим, и в конце мы просто возьмем, и мы возьмем пулемет. И пулеметом уже завалим всех остальных боссов. То есть VIP игроков. Так, все. Залазим сюда. Все прекрасно. Снова этот звук. Тихо. Тут пока что все. Мы убили его. Блин. Меня сейчас запалит просто. Так, тихо. Берем, значит, пулемет наш. Нам пока что пулемета, наверное, достаточно будет. Перезаряжаем его. У нас пока что все. Так, вот тут я бы не советовал здесь стоять, потому что здесь у нас враги. Так что мы идем сюда. Все-таки я сколько продумывал, я пересматривал свой видеоролик того, чего я неправильно сделал. Но вообще, если подумать, если здесь вот так устать, как-то вот так вот. Нет, так не получится, конечно. Так. В общем, здесь если вот так вот как-то встать и просто сидеть, убивать их, то нормально получится. И как раз у нас будет низ. Мы сможем вниз упасть. Ладно. Вот так вот нормально сидеть, вот так вот убивать их. Здесь, видимо, просто надо сидеть и ждать. Тихо. Давай, ворон. Тихо, там выбежали уже эти парни. Тихо, надо в углу где-то сидеть вот так вот от них. Потому что они с любого еще края выйдут просто. Но мне больше тот край нравится, потому что здесь все-таки вот так вот видно нормально, по-моему. Высовываться, я не знаю, высовываться нет, ну, не знаю.
Так вот я высунусь. Тихо. Твою мать. Лекаемся, лекаемся. Так. Где? Пушка-то наша. Так. Там еще аптечки есть. Если что, мы можем спуститься, взять еще и забраться обратно. Но, блин, я думаю, до этого не дойдет. Ну а так, давайте. На тебе, урод. По-моему, это все уроды, я не знаю. Двоих боссов мы точно уже убили. Так. Пока что все норм. Мы взяли лут. Наш последний. Пока что мы здесь. Так, гранат у меня никаких нету. И... Так. Вообще, в принципе, можно так сидеть, просто мочить их. Подвое. Как раз у нас осталось 10 человек, которые мы должны завалить. Так, еще кто-то бежит. Вот это... Я ее убил, все. Наконец-то. Так, еще один босс. Лекаемся, лекаемся, лекаемся. Так. Там, походу, босс остался. Я его не убил. Я его не убил. Я не убил этого дебила. Все, убил. Я не знаю, сколько осталось их. Это... Походу, я Сида убил. Это Сид. Я завалил этого Сида. Походу, да. Вот он. Я завалил его, ребят. Я завалил босса. Самого главного. Который должен был сидеть в доме. Охренеть. Все. Никто не идет. А, идет. С луком со своим один. То есть уже спокойно можем выходить. Все эти убиты. Набираем немного аптечек. Здесь у нас есть лут. Берем лут. Так, окей. Так, одного завалил. Осталось их чуть. Давайте закончим с ними тогда. Так, здесь в доме. Здесь в доме все тихо. Здесь все нормально. Здесь какие-то у них поставлены какие-то лут. Перезарядка пока что. Погнали. Точно все. Пошлите. Осталось у нас, получается, несколько человек. Так. А, им уже, смотрите, пофиг. Этого Сида убили, им вообще охранникам пофиг. Убили. Осталось их двое. Двоих я сейчас найду, поищу, точнее. Попробую их найти. Может, они где-то здесь прячутся, может, где-то в другом месте. Я пока что не знаю. Так, здесь, походу, какой-то домик. Видимо, это дом Сида. Самого. Так. Там статуя. И осталось как раз 3 человека. Я не знаю, где их искать. Может, это боссы, я не знаю. Но 3 человека точно осталось. И их нету, просто их нет. А спускаться и искать их, это очень долго, поэтому давайте оббежим эту карту. Не, все же вероятно, наверное... О, еще заспавнить, прикольно. Ну и главное, их всех отстрелило, все. Не, вряд ли здесь они, я не знаю. Походу, они внизу. Для этого нам сделали эту штуку. Ну, вообще нормально, да, получилось. Возможно, он где-то там. Давайте еще раз проверим. Это здание. Я не знаю, если честно, я не знаю. Я только что все проверил. Лута здесь очень дофига. Я не знаю, зачем мы столько лута сделали.
Видать, они думали, что здесь я буду тут перестреливаться с ними без пулемета, без всех этих. Нет, тут нет никого. Это уже понятное дело. Так. Получается, они внизу остались. Те люди. Так, точно все. Точно никого нету. Прям точно, точно, точно. Потому что мне придется залезть обратно. Если что. Точно все. Прям точно надо еще раз перепроверить. Нету. Ладно, спускаемся. Лут у нас дофига просто лута. Поехали. Где-то вот тут где-то валяются еще двое. Где-то их надо найти и убить. Осталось, значит, двое. Теперь мы возвращаемся на начало. Ну сейчас у нас лута дофига. Может, с этим лутом. Вот граната еще одна. Вот, по-моему, он. Это раз. И второй, последний, значит, где-то получается там. Должен быть. Так, ну одного все, мы завалили. Остался один. Давайте найдем этого одного. Где, интересно, этот один может быть просто. Если подумать. Потому что один нас... В принципе, он один может завалить наш... Просто завалить и все. Можно покататься на тачке. Пока ищем его. Я не знаю, где он. Его просто... Я не знаю, его вообще нигде нет. Ну, тут ясное дело то, что его нет. Но там, возможно, он будет. Вот он. Он там сидит где-то. Это босс. Все. Это тоже какой-то сид, походу. Ладно. В общем, мы прошли... Ребят, мы прошли игру... ну, как игру? В редакторе Far Cry 5. Мы прошли почти всю игру. Я не знаю, будут там миссии или нет дальше. Но мы убили сида, и поэтому дальше вот... Дальше развития сюжета вообще нету, наверное. В общем, ребят, если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки. В общем, я сейчас все скажу. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И если вам нравятся такие видеоролики про Far Cry 5, то пишите комментарии тогда. Сниму еще видеоролики. Ну и всем удачи, и всем пока. Да, пока. Пока.